пожалуйста. Михаил. Да, у меня, значит, вопрос такой. Собирается ли ваша партия обратиться к возможным партнерам из демократического лагеря с какой-то инициативой, чтобы в одномандатных округах провести там замеры общественного мнения и так далее, ну и по объективным данным какого-то социологического, например, центра, приемлемого для партнеров, снять кандидатов, так сказать, чтобы вывести, так сказать, уже на голосование по большему количеству округов своих кандидатов? У нас есть только одна такая партия, с которой мы проводили такие переговоры и достигли неплохих результатов, это Яблоко. У нас по Москве таких округов два. Это центральный округ, где нами выдвинут Андрей Борисович Шубов, и округ Тушинский, там, где выдвинут Дмитрий Гудков, Яблоко. Мы там не выставили своего кандидата. Это две принципиальные договоренности. Помимо этого, еще из 225, примерно 100 еще других округов, где у нас нет конкуренции между двумя партиями. Уже сейчас снимать, по крайней мере, я себя в нашем, я не вижу возможности, чтобы мы снимали сейчас кандидатов, которые уже вот, вышли уже на финишную прямую. Ну а с Ходорковским, например, это же не партия, но у него есть свои кандидаты. Вы не пытаетесь провести переговоры? У нас есть только в одном месте конкуренция, это в центральном округе. Ну. Мария Федорова и Андрей Борисович Зубов. Мы не будем проводить переговоры по снятию Андрея Борисовича. Если с нами будут переговоры по снятию Марии Баронова, мы согласны провести такие переговоры. Пожалуйста.